проект «Найдем адвоката» занимается поиском квалифицированных юристов на территории Российской Федерации. У нас есть партнеры из-за границы, но их пока не так много. Поэтому мы специализируемся пока на территории России, но в будущем, я думаю, что сервис, данный сервис будет искать юристов, квалифицированных юристов во всем мире. В принципе, концепция очень простая. Клиент находит нас через соцсети, в Фейсбуке, либо ВКонтакте. Найдем адвоката, еще раз повторюсь. Значит, либо попадает на наш сайт, отправляет заявку со своим вопросом, указанием города, фамилии, имя, отчество, контактных данных, и с ним связывается юрист, дает ему первичную консультацию, соответственно, в том или ином городе России. И если клиента устраивает цена, устраивает тот или иной юрист, то они, соответственно, встречаются, и клиент попадает к конкретному адвокату или к конкретному юристу на прием. Что касается первой консультации, первичной консультации, любая уважающая себя компания, которая занимается юридическими услугами, она первичную консультацию всегда дает бесплатно.